В Сирии сильные дожди затопили город Рака и близлежащие деревни. В домах нет света. Мощные потоки воды разрушили один из мостов. Местные власти объявили в регионе режим чрезвычайного положения. Катастрофическое наводнение уносило мощными потоками воды, животных и автомобилей. Также наводнение произошло в Аль-Хасака, по словам местных жителей, и судя по видео, которое выкладывают в соцсети местные жители. طريق ابيض هذا وصلة ثانية